Меня зовут Олег Пеньковский, советский разведчик и один из самых известных двойных агентов в истории 20 века. После окончания военной академии в Москве, где получил офицерское звание, я начал служить в различных секретных подразделениях. В 1960 году я занял должность советского военного атташе в Великобритании. Именно тогда я принял решение сотрудничать с британской разведкой, а затем и с ЦРУ США. Мое высокое положение в армии и доступ к секретной информации позволили мне стать очень ценным источником для западных спецслужб. Я передавал им информацию о советских ракетных программах, вооружениях и других секретных операциях. В 1962 году советские спецслужбы арестовали меня и обвинили в шпионаже. Это одно из самых серьезных преступлений в СССР. В 1962 году меня приговорили к смертной казни, а зимой 1963 года приговор привели в исполнение. Еще больше интересного в моем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля.